И вновь Санкт-Петербург, где в эти минуты начинается воздушная часть военно-морского парада. Лучшие в мире корабельные вертолеты К-52К «Катран». Машины способны поражать бронированную боевую технику, живую силу и воздушные цели противника на значительных расстояниях. Ведущие группы – заслуженный летчик-испытатель Олег Кривошеев. Продолжают парадный строй авиации ударные вертолеты Ми-24. Ведущий группы – подполковник Александр Свыков. Над Сенатской площадью – транспортно-боевые вертолеты К-29. Ведущий группы – подполковник Юрий Кольцов. В небе группа противолодочных вертолетов корабельного базирования К-27. Ведущий группы – подполковник Олег Хаженко. Вертолеты этих модификаций показали свою эффективность при обнаружении подводных лодок противника. Завершают показ вертолетной техники транспортно-боевые вертолеты Ми-8. Ведущий группы майор Евгений Даутов. Ми-8 – самый надежный, неприхотливый и массовый по производству вертолет за всю историю вертолетостроения. Ведущий группы противолодочных самолетов Б-12 – летчик первого класса подполковник Василий Гуминский. За время эксплуатации этих уникальных крылатых машин поставлено 46 мировых рекордов. В небе самолет Ан-140-100. Самолет предназначен для транспортных и пассажирских перевозок в различных климатических условиях. Может использоваться на аэродромах с короткими и неподготовленными полосами. Командир экипажа майор Алексей Барсуков. Проходят военно-транспортные самолеты Ан-72. Ведущий группы подполковник Юрий Котловенко. Над Санкт-Петербургом легенды морской авиации противолодочные самолеты Ил-38Н. Продолжают воздушную часть парада одни из самых больших и скоростных турбовинтовых самолетов в мире. Самолеты дальнего противолодочного обнаружения Ту-142МК. В небе воздушный лайнер Ил-78. Демонстрируется заправка самолета Ту-142 в воздухе. Ведущий группы полковник Игорь Толбыга. Продолжают воздушный парад летчики 43-го Севастопольского краснознаменного ордена Кутузова штурмового авиационного полка Черноморского флота на лучших в мире. В небе палубные истребители Су-33 279-го корабельного истребительного авиационного Смоленского краснознаменного полка Северного флота имени дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова. Ведущий группы полковник Павел Подгузов. В небе истребители морской авиации Су-27. Ведущий группы истребителей подполковник. Этими самолетами были установлены 8 мировых рекордов скороподъемности, которые остаются непревзойденными и в настоящее время. В парадном строю лучшие в мире всепогодные истребители-перехватчики МиГ-31. Ведущие пары майор Роман Топов. Группа из 4 Су-24М. Ведущие группы подполковник Эдмон Незговоров. Боевая эффективность и надежность этих самолетов была с успехом подтверждена в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике. Истребители МиГ-29К. Ведущий группы подполковник Сергей Лучников. За штурвалами крылатых машин летчики палубной авиации Северного флота. Самолеты этих типов легко превосходят любой из своих западных товаров. 6 самолетов Су-25. Они расцвечивают небо над Санкт-Петербургом российским триколором.